Ну, в принципе, тоже неплохо. Итак, повышен уровень. Мы с вами продолжаем качать обнаружение скрытого. На последнем уровне мы сможем видеть также камни знаний и сокровища, которые будут отображаться на мини-карте. Итак, по силе мы ничего качать не будем. Мы будем качать с вами, дорогие друзья, ловкость. Итак, кинжалы нам теперь будут, а точнее, обладание ими позволит применять еще более смертоносные атаки, потому что мы получаем бонус к физическому урону и процентный бонус к урону, в принципе. Вот смотрите, теперь у нас ловкость 23 уровня, если не ошибаюсь, там что-то у нас было на 24 по классу, что-то новое планировалось. Так, солдат. Длительность оглушения. Вот, смотрите, сила, ловкость у нас. Мститель. А, на 25-м. Ну, в любом случае, нам просто нужно будет сейчас еще один уровень сверху получить, чтобы уже добраться до 25-го уровня по ловкости. И, честно говоря, меня это очень-очень, дорогие друзья, радует. Ну, так, здесь мы с вами подтверждаем, тут подтверждаем и здесь подтверждаем. Так, поздравляю вас всех, нам и себя в том числе. Нам наконец-таки удалось еще больше приблизиться к нашей цели по получению нового класса. Так, и вот то, что мы с вами обнаружение скрытого также качаем. Это просто замечательно. Может быть, вот эти вот сокровища мы все-таки отыщем без вот этой карты, которая, конечно, бы нам очень помогла. Так, вот еще туда у нас. Отлично. Его тоже разбомбили. А, еще один. Пардон. Не увидел. Можно применить вот такую атаку, чтобы немножко хотя бы его оглушить. Ну и все, он обиделся и убежал. Но это нам, на самом деле, только на руку. Так, где-то здесь что-то есть. А почему я это не могу достать? Интересно. Вон, они снова появились, эти йотуны. Итак, кинжалы аккуратности нам не подходят. Но остальное с вами собираем. Так. Ух, а чё их так много-то? Ну ладно, так или иначе, сейчас давайте вот так вот, чтобы быстро прям с ними. Так, один готов. Второй готов. И вот будет сейчас у нас третий тоже готовенький. Ну, где-то 600, наверное, мы... Ой-ой-ой. Ожидал совсем, что будет другая кнопка. 1000. Ну, ладно, 1000 тоже. 1000 опыта тоже неплохо. Зато получили эссенцию судьбы. У нас, кстати, есть рецепт. О, да. Рецепт по приготовлению соответствующей эссенции. Так, вот тут у нас что-то в дупле еще спрятано. Замечательно. Ну, стебли лист, или как его там называют, мы с вами обязательно заберем. Так, и... Блин, тут что-то похожее. Да, тут все-таки внизу вот этот тайник находится. Сейчас обязательно опустошим его. Волки эти меня тогда отвлекли. Ничего интересного, абсолютно. И по заданиям далее. Лучшая защита. Нам нужно будет убить Коновора. Где он там? Далеко у нас находится? Ух, далековато, конечно. Но у нас есть повозка Тама. Кстати, может быть, что-нибудь по его заданию. Убить ухмыляющегося Вейна. Там все рядом. Замечательно, будем знать. Дочь жестянщика. Кстати, все там находится. Ну, предлагаю тогда начать убить ухмыляющегося. Там он, по-моему, даже ближе всего к нам будет расположен. Так, вот он, ухмыляющийся Вейн. Погнали. А, кстати, давайте посмотрим быстро предысторию. Еще раз, просто чтобы освежить в памяти. Пресловутый вольный ухмыляющийся Вейн был загнан в счастливую шахту в Акоте. По контракту золото будет выплачено любому, кто отважится спуститься в пещеры и уничтожить его. Ну, слушайте, пещеры
Я люблю, честно таки говоря. Вот, нам, кстати, туда вниз надо как-то спуститься. А как же туда? Ну, наверное, в обход, по всей вероятности. Ну, нам несложно обойти, поэтому обойдем. О, еще один камень знаний. From the dark of north he came, sword alight with frosted blood, to starkly carve a kingdom from a land of stone and flood. A hero true, a warrior born, his deeds the bards did daily sing. Exultingly they crowned him king. Ух, нифига она меня проткнула. Блин, брауни гребаные. Твари. Блин, слушайте, какие они приставучие, а? Вообще офигеть. Нам придется пока сейчас позащищаться немножечко. Ну все, теперь пошли мстить. Блин, опять этот укол гребаный пропустил. Давай, убивай ее. Хорошо. Замечательно. Здесь сейчас щитом отбиваемся. И че? Смотрите, какая она противная. Фу. Правда, с нее почему-то ничего не упадает. Ну ладно, сейчас еще получим с вами благословение. Дом Дерфила. Я не буду использовать сейчас поушен, потому что у нас здоровье восстанавливается. Так, реагенты не найдены. А я и не за реагентами здесь. Так, стоп. Что-то в колодце там спрятали. Большой меч бодрости. И осколок защиты. Слушайте, по осколкам, да, так тоже бодренько с вами все это находим. Ботинки из кожи. И тоже остальное все добавляем к мусорке. Ну, посмотрим, что там у него в доме интересного может быть найдено. А вот и он сам. Но, по всей видимости, тоже будет сейчас Дерфил нам давать какое-нибудь дополнительное задание. I think most people would object to strangers rifling through their things. Of course, I am not most people. Come to think of it, it has been too long since I've enjoyed the conversation of strangers. О чем бы вам хотелось поговорить, милейший? I'm going to need time to figure that out. Which gives you plenty of time to get us some refreshments. Have you ever heard of the Rialte Brocaire? It is a particularly rare vintage from the north. Why don't you travel to Lucky Mine and root around a bit? Find a bottle of the Rialte Brocaire for us to share, and then we'll talk. Что такое Rialte Brocaire? I haven't tasted its sweet sorrow since I was a young warlord. Bring me a bottle and I'll tell you all about those long forgotten days. Until later then. Тоже что-то знакомое. Счастливая шахта, правда же? Там, кстати, сундук был. Я думаю, что невозможно при нем украсть что-либо. Так, вон она, похоже, эта шахта находится как раз перед нами. О, гляньте-ка, сундучок. Так, рудоков больше здесь нет. А, подождите-ка, вот там что у нас? Просто интересно. Ладно, сейчас давайте до сундука. Прежде всего... Отлично, сложность средняя. По идее, должно получиться. Да, и, кстати говоря, на одной отмычке получается поломать замок. Дупелка, наверное, здесь под деревцем лежит у нас. Тоже скрывающее что-то интересное. Длинный меч бодрости. Осколок. Блин, за буквально там, не знаю, совсем непродолжительное время мы сколько с вами уже... Осколков-то отыскали. Так, спрайт этого тоже замочили. А что же здесь с него можно взять? Вау, еще один спрайт. Даже несколько. Группа решила меня атаковать. Здорово. Итак, все же мне удастся посмотреть, да. Талисман высокого качества. Но белые предметы, я, как вы помните, говорил... Не беру. Сейчас и эту локацию с вами откроем. Ну что там такое будет?
Давайте посмотреть. А, там переход какой-то у нас будет. Ну ладно, начнем тогда с вами с пещеры. Туда мы с вами пока не пойдем. Тут тоже какой-то проход или тут ловушка? А, проход-то все-таки здесь, наверное. Не там. Значит, там какая-то все-таки локация. Ну вот из-за масштаба, конечно, иногда кажется, что вот один объект похож на другой. Ну, здесь я сейчас имею в виду. Вот, показалось то, что проход все-таки здесь расположен. Да ну пошли вы нафиг. Сейчас я вас вольных тут всех побью. Фига, он мощный удар пропускает. Йотун воитель. Мимо, девочка. И пипец тебе. Но она, кстати, почти с одного даже сложилась. Так, 93 золота получаем. Полировочный порошок. Я уже даже не знаю, сколько у нас там этого порошка скопилось. Так, что тут звенит? Наверное, камень знаний, либо святилище какое. Ну чё, вольные? Привет. Мимо. Убили. Отлично. А, даже щитом убили его. Обалдеть. Так, а этот волк чё? Чё валяется? Как мы успели его подбить? Интересно. Сейчас, подождите, что тут есть? Что тут? А, вот камушек какой-то. А, дупло все-таки. Итак, кулачный щит, рукавицы мученика. Не, не подойдет. Но все равно вещи явно неплохие. Ух ты! Смотрите-ка. Кираса разлучения. Сюда можно вставить, в принципе, еще и камушек. Да ладно, бог с ней. Продаем. Так, идем дальше с вами по лагерю. А вот и камушек, про который я говорил. Among echoes of golden coasts and silver seas, Lyria drew near. She saw the priestess asleep, reclined on dark earth amidst the cypress trees. Under the gleam of heaven's dust reflected, the mirror tantalized the stars. Lyria whispered to her. On rocky spur, silver stone shards of light pool, is a seat of elegance near me. A shard of light to glisten in the foam, a spire from the sea bed to the sea. And so awoke Bayana Tyrion, the calm and majestic, to see the cliffs of the coast and Lyria's throne. Сразу двух зайцев убили и послушали вот эту балладу и с группой очередных бандитов с вами расправились. Ух, вообще ничего. Ничего тут ценного для нас нет. Так, давайте, по-моему, последний тайник, да, если я не ошибаюсь. Так, взломаем А, нет. Это не тайник. Астер. Да ладно, со второй отмычки очень тяжелый. Так, забираем осколок и превосходную рукоять тоже с вами берем. Так, вот еще сундучок здесь. Сундучело имеется. Мы, кстати, в другой просто местности находимся, поэтому я думаю, навряд ли здесь будут вот эти тайники Астер находиться. Так, ну что, дайте я... Подождите, я все-таки забрал, да? Да, забрал. Этот осколок. Ну что, можно, наверное... Отсюда тогда и убираться теперь. Сейчас на всякий случай перепроверю, что тут действительно больше ничего нет у них. Ничего не спрятано. Так, тут ничего. Да. Все тут забрали, все, что нам нужно было. Кстати, тут вообще замечательное место было бы для прятания очередного сундука с сокровищами. Ну все, убираемся теперь отсюда. Нам тут делать больше нечего. И отправляемся в эту пещеру. Где тоже, скорее всего, убьем сразу двух зайцев. Там и бутылку эту найдем. И убьем ухмыляющегося. Как там его? Вейн. Вейн, по-моему, зовут. У нас как раз у него... На него будет вот эта энергия...
о возмездии. Ну вот, поздравляю, счастливая шахта. Итак, мы с вами внутри. Ох, неужели придется поплавать? Так, а что за задание у нас тут? Удача Вейна. Убить Вейна. Так, лучшая защита. Да, все здесь. Как-то странно. И куда же нам теперь плыть, друзья? Очень много чего-то я стал в последнее время всего собирать, а место, кстати говоря, и не заканчивается. И меня это очень сильно радует. То, что часто нам не приходится с вами на этот рынок таскаться. Ботинки, конечно, здесь отстойные, только что лежали в этом трупе. Итак, кто-то у нас убежал. Ну, надо его догнать тогда. Воу, нифига, тут даже ловушки есть. Так, а за что нам нужно зацепиться, чтобы попасть в эту ловушку? Сейчас. Ага, вот веревка. Но она разорвана же, правильно? Почему? Так, нужно посмотреть теперь схему. Давайте-ка вот сюда. За этой бутылкой, что ли, да? Нам нужно пробраться с вами. Оу-е. Так, ух ты! Смотрите, новая тварь какая-то. Гигантская крыса. Даже две их здесь. Да, блин, вы офигели, что ли? А кого-то я укус тут пропустил. А, вот еще у нас. Ствольный лучник прибежал. Посмотреть. Ну, не вовремя. Не в то время, не в том месте. Что-то любят они прям так очень конкретно подсовывать нам этот полировочный порошок. Так, сложность тяжелая. Да мы и не такие замки ломали, если честно. Поэтому для нас это тяжелая сложность, не очень-то и тяжелая. Потому что руку я уже конкретно набил на взломе. Ну и что, даже если с вами три отмычки потеряем, ничего страшного. Так, капюшон прочности. Отличненько. И... Клинок бури. Ух. Медленная скорость, правда. Давайте к мусору добавляем. Так, вот она, бутылочка вот эта вот. Давайте осмотрим. Бутыль очень редкого выдержанного виски. Нифига себе. Любит он так хорошо подвыпить. Все, теперь уходим отсюда. Так, другой вопрос, по какому маршруту мы сейчас с вами пойдем? Ну, давайте вот сюда, с этой стороны, тем более здесь, как видите, ух, нифига, это ловушка. Можно же ее обезвредить, правильно? Обезвредить и получить кое-какие материалы с нее. Так, уродливая шляпка. Вот они, камушки. Отлично, обруч сумерек. О, кстати, смотрите-ка, плюс 10% урон ночью. Ну ладно, мы добавим к мусору, потому что не так уж сильно нам и требуется. Каплевидный щит из азурита тоже. Смотрите, в одной груди камней сколько полезных и ценных предметов. Вот сейчас не буду отрицать, что предметы действительно ценные. Так, одна крыса готова. Что-то она здесь искала, да? Ожерелье последователя. На плюс 45 мана. Блин, может быть поменять? Давайте используем. Вон, видите, сразу сколько маны прибавилось. Тоже not bad. Так, идем с вами дальше. Ну, честно говоря, вот эти пещерки мне как-то не по душе. Тут, как правило, бывают такие серьезные враги. Азуритовый диск шока. Что это такое вообще? Диск. Какое-то новое оружие. Первый раз встречаю. Там чакрамы эти были. Так, стоп, это что такое? Просто камень был. Так, тут можно тоже проверить, что здесь может быть. Или это проход в какое-то другое место. Ага, завалили. Ну, молодцы. Значит, только по одному маршруту мы с вами сможем пройти. Кстати, уже почти забил все свои свободные ячейки. А тут они решили мне устроить засаду. И, наконец, я накопил эту энергию как раз к боссу местному. Уже
подготовленными придем. Оу, oh, yeah. Или hell yeah, без разницы. Корсеты уже какие-то даже есть. Ну вот сундучок. Ну просто же великолепно, когда так часто они попадаются нам здесь. Еще один осколок. Батюшки мои, сколько осколков-то мы уже насобирали, правда же? Все, идем дальше. И уже нам недолго ждать осталось этого самого момента. Вон они здесь находятся у нас. Бандюганы. Расчищаем. Так. Ну чё, поехали? Не знаю, правда. Стоило, не стоило. Ух ты, слушайте, а он не такой уж и слабенький был бы. Офигеть. Давай на сотку! Я получил. И сколько же с него получим-то? Нифига себе, 2889. Это больше, чем с трех вот этих йотунов. Да, по-моему, уж с них мы меньше всего с вами получали. Рукавники из шелка. Это все продаем. Так. Посмотрим, что на нем было. Повязка ухмыляющегося Вейна. Рукавная повязка вольного, которую все время носил король воров. Ухмыляющийся Вейн Спирик. Давайте возьмем. Да, потому что тем более нам это требуется по заданию. И теперь... Сейчас вот этих еще с вами сразим, конечно же. Так, хорошо, хорошо, замечательно. Блин, чё их так много тут? Они откуда-то сверху падают. Что-то не пойму, они что, неубиваемые, что ли? Вроде ж только двоих снял, и откуда-то появились еще несколько. Удача Вейна, взять контракт. Какой еще контракт взять? Где контракт? Нужно сейчас тогда в заданиях смотреть. А пресловутый вольный, ухмыляющийся Вейн, был настигнут в счастливой шахте в Акоте. Мне удалось победить его, и теперь необходимо отнести доказательства Ханрику в крепость Хельмгард, чтобы получить награду за контракт. Может быть, взять награду тогда уже за контракт, а не взять контракт? Что за бред? Так, золотишко здесь тоже с вами подобрали. Итак, мы с вами должны будем сейчас выйти отсюда. Но пройдем опять через груду камней, где тоже что-то может быть спрятано очень даже интересно. Сколько нам осталось? 20 минут насобирать. Это, я скажу вам, по такой игре не слишком-то и много. Что-то все трясется здесь, блях, муха. И вообще, сколько всего здесь, конечно, находится. Очень много всего мы успели насобирать здесь. Так. Самое интересное, что я... Тут что, получается, не смогу подняться? О, боже мой. Ну да. Не получится, увы. Вообще никак. То есть, как вариант, сейчас только обратно идти тем же путем. Подождите-ка. Секунду. Мне почему-то все-таки кажется, что неспроста-то здесь все завалено. Ведь там же нет никакого выхода. Странно. Ну, через щель я тоже в то же время ничего не вижу там особо. Ну ладно, возвращаемся тогда. Может быть, даже можно... будет сейчас совершить быстрое перемещение. Нет, невозможно. Ну, придется потерпеть тогда. Ничего не поделаешь. Рюкзаки такие. Современные достаточно. Так, да, давайте сюда. Так быстрее получится отсюда убраться. Воу! Но зато тут еще один сундук есть. Оу, я. Сколько у вас тут? Много.
И до свидания, лучник. Отлично, даже два сундука. Как же это круто. Обожаю сундуки. Получается, со второй отмычки открыть. И только зелье. Пожалуй, можно из этой порции взять вкусняшек. Тут сложность простая, поэтому сейчас прям сходу должны с вами открыть. Ну, тут, как правило, говно. Если простая сложность, то одно говнище будет в таких сундучках находиться. Так, и здесь мы с вами аккуратно также пробегаем через эти ловушки. Правда, непонятно, что тут случилось с этими растяжками. Почему так они как-то даже странно смотрятся, на мой взгляд. Ну и хочу вас обрадовать, мы с вами уже практически выбрались отсюда. Нам нужно будет также отдать сейчас виски. Это счастливая шахта. Вот он, дом Дерфила. Там, чтобы не мочиться с крудоками, также быстро с вами перемещаемся. Посмотрим, какая нас ожидает награда. Он обещал рассказать нам какую-то историю. Ah, a bottle of the Rialte Brocaire. This is going to treat me right. Yes, indeed. You've done me quite the boon fetching this. Though I'll admit it leads me to outrageous wagers. For instance this. If you can complete 8 labors of my choosing, I shall give you the treasures of Erethel. It is rare, I что за 8 заданий? Звучит, конечно, заманчиво, что все сокровища. Ну ладно, тогда согласен с условиями. You've already fetched the Rialte Brocaire for me. That can count as the first of the 8 labors. Well done. Now, your next task. Take this letter to a man named Mattix Dace in the village of Condrian to the south. That is all. Кто этот Mattix Dace? Mattix Dace is the resident brewmaster of the Candrian Inn. He spent his entire life behind that bar. When you give him the letter, it's probably best if you don't mention me immediately. Let him figure things out for himself. Okay. Farewell. Договорились. Слушайте, а может... Нет, тут взлом. Но он явно меня... Хотя... Смотрите, он же спит. Правильно? Сейчас посмотрим, может быть, у него там куча осколков. Кто его знает, что он хранит в этом сундуке. Сложность взлома средняя. Пожалуйста, пожалуйста, да, удается открыть. Итак, превосходное зелье ярости. Ой, получилось. Все, уходим. Так, и теперь у нас также с вами есть другое задание. Удача Вейна. Поэтому возвращаемся в крепость. Так, она вот здесь у нас находится. Крепость Хельмгард. К доске объявлений. И там нас должны будут сейчас вознаградить. Посмотрим, какая же награда нас ожидает. Итак, Хенрик... Playing business, as long as it's important, mind. You'll want to see Grian Shane, the Castellan. The contract board is my responsibility. That and keeping things clean and proper. Ну ладно. Aye, it's open to all. You've got one done, come to me for your gold. Simple as that. That Freeman bastard that drove up Lucky Mine? Well done. Real Warsworn work, that. Сколько? Сколько золотых монет мы с вами получаем? Блин, 2000 что-то мало. That I do. Any soul who's willing can take a contract. When it's right then. Что у них тут еще по контрактам есть? Давайте смотреть. Обручальное кольцо, забытая равнина. Украденный свиток Мулрей. Давайте выберем. Итак, заказчик желает вернуть обручальное кольцо с руки бывшей невесты, закованной на полпути к забытым равнинам, чтобы предложить его другой невесте. И, пожалуй,
с вами вот этот украденный свиток тоже выполним. Проходя мимо руин Мулрейна, одна ученая-паломница была атакована стадом кобальдов. Хвала Лупаку, она сбежала, но сильно огорчилась из-за 5 свитков, отобранных кобальдами, и заплатит за их возвращение. Тоже можно взять. Короче говоря, берем все, что можно. Также, наверное, хотелось бы мне сейчас посмотреть, на самом деле, на наше еще раз снаряжение. Шлем. Что у нас по рукавицам здесь? Может быть, стоит взять хорошие рукавицы. Я не знаю. Наголенники. Рукавицы и наголенники. Давайте обратимся здесь к здешнему торговцу. Насколько я помню, тут вещи продавались не очень плохие. И если там есть что-то с ячейками лучше, чем то, что у нас есть, пожалуй, можно и подумать над тем, чтобы это все дело приобрести. Итак, это оружие. О, кстати, по кинжалам. Ну-ка, дайте-ка посмотрю. Нет, они явно хуже. Так, а есть синие кинжалы, например? Клинки эльфов проницательности. Нет, нам точно не подойдут. Скипетр. В общем-то, не совсем то, что нам нужно. Итак, одежда, наконец-то. Так, наголенники нам нужны. Вот, на рукавнике бесконечности волны. Фу, вообще жесть какая-то. Так, ботинки. Защищенности убежища 15 тысяч. Но оно того не стоит, тем более ловкость там 25 уровень нам потребуется. Так, вот они. Перчатки жестокости равновесия. Хуже. Поножи. Тоже хуже. Рукавицы. Хуже. Капюшоны шкуры тролля. А у нас шлем 148. Ну, учитывая, конечно, что мы туда еще с вами камушек воткнули. А вот это вот интересно. Но ловкость 28 уровня нам нужна будет. А это, честно говоря, будет не скоро. Так, шоссы. Да, это мы уже с вами приобрели, но у другого человека. Ну вот, как раз наголенники были. Так, перчатки и шкуры тролля. Ну тут, смотрите, уровень уже совсем не тот. Так, что еще есть? Какие-нибудь отмычки, может быть. Ну, тут проданные предметы. Набор для ремонта мы возьмем. И, наверное, пока на этом остановимся. Ну все, спасибо вам большое, девушка. Мы отсюда с вами сейчас убираемся. Оу, я. Ну, естественно, выходим. У нас 244 уже тысячи золотых монет. Давайте сейчас определимся с вами, куда мы пойдем дальше. Я помню, там у нас тоже были задания, они рядышком друг с другом находились. Так, лучшая защита. Вот, Коновор, и там вроде бы тоже дочь жестянщика. Снова отправляемся к повозке Тама. И от нее начнем уже наше путешествие. Вот здесь зона, конечно, это у нас мало исследована.